Ну всем здорово, попали на мой канал Дядя Никит, и сегодня с вами будет очень ламповый интересный видеоролик, посвященный событию Revils. Revils, я до сих пор не знаю, как оно выговаривается. И сегодня ваш любимый FIFA Renders, да, я знаю, пару людей писали по поводу FIFA Renders, и то, что типа, где искать Дядя Никита на FIFA Renders, пацаны, но я плавненько и тихо выполняю свою работу, конечно же. Сегодня с вами будет FIFA Renders, и сегодня мы постараемся собрать full состав, там 108-х, 107-х из события Revils. Поехали. Create New Squad. Поехали, в принципе, собирать. В принципе, я думаю, здесь будет хороший состав. И кто зашел сюда ради того, что, типа, в настоящей FIFA это все не так. В настоящей FIFA такой состав можно собрать, мне кажется, только донатер. Но мы собираем на FIFA Renders, потому что где, как не на FIFA Renders, можно собирать такой классный состав. Вот, Revileris, Revileris, короче, вот это новое событие. И будем собирать Full Squad из этих игрочков, из этого события. Первый у нас, конечно же, Марсело, 109-й. Великолепная карточка, шикарная просто карточка. И 109-й. Самый лучший игрок, я думаю, Реал Мадрид, это официально, мне кажется, это самая высокорейтинговая карточка на данный момент FIFA Mobile, 109, Марсело, шикарно. Дальше, я так понимаю, у нас идет форвард какой-нибудь Ричарлисон, да, вот тоже 109-й, Ричарлисон, это два 109-х игрока, бразилец, два бразильца, кстати, 109-й и 109-й Марсело и Ричарлисон, в принципе, Эвертон, Реал Мадрид, два высокорейтинговых игрока, я так понимаю, FIFA Mobile, по-моему, выше рейтинга нету. Потом у нас опять идет Марсело, но мы его не будем ставить. Не понимаю вообще, что за баг, почему два Марсела. Дальше идет Фикае Томори, Милан из Англии. Центральный защитник, пацаны, центральный защитник, шикарная позиция. И сыгран будет, потому что идет линк из одного события Revileris, поэтому идет сыгранность. И не важно то, что они не из одной лиги, не из одной там страны, все равно будет сыгранный состав 120. Но посмотрим, какой будет рейтинг. Я ставлю то, что общий ОВР будет 105, может быть даже побольше. Сейчас посмотрим, пацаны, что у нас идет дальше. Дальше Тарган Азар, это младший брат Эдена Азара, 108, тоже неплохая карточка. И тоже, видите, уже идет сыгранность, хороший рейтинг, хорошие усилялки, хороший буст. И, в принципе, вот этих игроков без доната получить очень сложно. Но с донатом, я думаю, состав такой, в принципе, возможно собрать. Далее Марко Верати, первый полузащитник, тоже самая такая машина, игрок, которого хотят многие получить, максимально хорошие статы, максимально хороший игрок, и в целом, я думаю, он вписался и вообще просто идеально. Я, может быть, даже его свой бездонатный состав куплю, потому что у меня 25 миллионов монет есть, в целом это неплохо. Дальше у нас опять центральный защитник, Лиссандро Мартинес, пацаны, 108, идет на второго защитничка, и не парится, потому что линия обороны у нас максимально высокорейтинговая. И я говорю, если мы так пойдем, мне кажется, у нас общий ОВР будет даже, может быть, 106 или 107. Мы сейчас увидим игроки из события Revileris. Дальше второй полузащитник, это Матеус Урибе, 108, из Португалии. Порту, точнее, чемпионата Португалии, колумбиец. Здесь заметили, все практически из разных стран. Реально здесь все карточки из разных стран, то есть какие только нету, но типа и практически из разных лиг, но все равно сыгранный состав получается. Осталось 4 позиции, и мы сейчас с вами медленно и верно перемещаемся к позиции. Тина Кадеверия, не Тина Кадалаки, как вы могли подумать, это правый форвард, он будет играть с Ричарлисом, тоже другая же страна, смотрите, у нас 11 разных стран может получиться в целом, и я не знаю даже, что это за страна, но французская лига, и в целом тоже неплохой игрочок, я так понимаю, на пейсе, и даже может быть что-то интересное из него получится. Дальше у нас Дудо, что-то Лукабеку, Лукабекая, короче, тоже будет полузащитник, хотя позиция у него не полузащитника, позиция у него, пацаны, пора атакующего полузащитника, но будет играть полузащите, потому что все равно состав будет сыгранный. Нам главное рейтинг, нам главное что? Правильно, еще раз, то есть рейтинг. Дальше Леонардо Спинозола, левый защитник из Италии, но мы его ставим направо, потому что состав все равно будет сыгранный. Левый защитник будет стоять на правом защитнике, все поистине нормально FIFA, пацаны, 108 Спинозола, пацаны. Не знаю, насколько он хороший, но тоже, в принципе, симпатичный состав получается, реально очень хороший. И, к сожалению, нет игроков ЦСКА и Спартака, но ладно, ничего страшного, без них пока что. И нам нужен вратарь. Вратаря, по-моему, в этом событии нету, насколько мне не изменяет память, я не знаю, посмотрим. А нет, есть Уголь Юрис, пацаны, 108 вратарь из АПЛ. И я так понимаю, у нас общий ОВР чуть ли не 108. 108 на 120, пацаны, самый высокорейтинговый состав, который когда я либо собирал на FIFA Renders. Шикарный просто, пацаны, вы посмотрите, какие здесь игроки. Море просто убийц. Многих кто-то хотел получить, и большинство игроков из разных стран. То есть, ну, типа, шикарный состав, пацаны. Если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оцените состав и напишите в комментариях, возможно, не собрать такой состав.
состав в реальный FIFA Mobile. Мне будет интересно почитать. Но на тему Rivals таких роликов я сниму еще очень много. Поэтому ждите от меня много интересного контента. С вами был Дядя Ники, пацаны. Всем пока.